Всем привет, с вами Крейзи. Ну и сегодня я в компании еще нескольких лиц будем кринжевать по полной. Поэтому если вдруг вы почувствуете стыд на протяжении видео, значит мы делаем все правильно и у нас хорошо получается. У нас будет челлендж, кто сделает самое кринжовое действие, какую-то вещь, Brawl Stars, получает 2000 нарисованных гемов. Компанию мне составят, точнее, скорее моим противниками будут. Первый, Симпа. Тот еще попуск и главный кринж Regions Team. У него есть реально большой шанс на победу. Следующий у нас второй, это Offline. Вообще не знаю, кто это и как он сюда попал. Ну ладно. Третий, это мой брат. Тут вообще без комментариев. Ну и последним буду я. Просто профессионал во всем. Ну и кринжнуть тоже могу, что надо. Поэтому шансы на победу тоже имеются. У всех участников будет буквально пару часов, чтобы делать самый кринжовый момент. И они должны мне его скинуть. Ну а свой я вам сам покажу. Поэтому погнали, начнем как раз таки с него. Знаете, я думаю, что все будут делать что-то такое банальное, там, зайти в клуб, написать что-то, или закрысить кого-то в бою, я не знаю, вот все будут крысить, я думаю. Вряд ли кто-то что-то другое сделает. Поэтому я хочу отличиться чем-то и сделать что-то оригинальное. Я вам, точнее, наверное, в катке расскажу, чтобы не тянуть время. Все, я уже в игре, у меня есть идея. Сейчас я стреляю весь бой в человека, ну, сливаю ему катку тем самым. Просто буду ходить, стрелять там в него, кидать дизлайки и так далее. Ноль полезности, может быть, еще в яд иду. Возражусь, постреляю в него снова. И опять в яд. Ну, вот такая тема. У него и так будет гореть после катки, потому что я ему слил. Но после этого я ему еще кидаю заявку, друзья. Надеюсь, он меня примет в руму. Я начинаю писать, мол, ты вообще позор. Там, туда-сюда. Я с тобой не хотел играть, вообще стыдно было. Ну, в этом духе. На самом деле, это очень неприятная тема. Ну, эти можно прям такие оскорбить человека. Поэтому главное не переборщить и видеть границы. Ну а пока мы продолжаем, всю катку, что мы играем, я стреляю по нему. И кидаю злые смайлики. Коэффициент полезного действия у меня, ну, меньше нуля, наверное. Я думаю, вообще в яд уйти. А, нет, видимо, уже не придется. Ну ладно, так, наверное, даже лучше. Нас быстро слили. Главное, чтобы меня добавил друзья. Вот если не добавит, это будет, конечно, фейл. Все, я в меню. Игра еще не закончилась. Ну тогда подождем. Ну и когда появится уже, я кину тогда заявку. Все, вроде должна появиться уже. Так, смотрим, да, 9 секунд назад. Так, кидаем заявку, отлично. Ну и ждем, ждем. Все, гайс, он меня принял. Да, это как бы хорошо, но я не знаю. Странное ощущение, так потрясывает чуть-чуть. Ну я просто понимаю, что даже писать неприятно. А его ощущение даже представить не могу. Что он подумает? Это же вообще ужасно. Так, он принял. Что же написать? Сейчас надо что-то лайтовое, а потом уже пожестче будет. Ну что ж, сейчас спросил, знает ли он, почему я не играл. И сразу подготовим ответ на его ответ, как бы. Да, странно звучит, но вот так. На самом деле, очень мерзкое чувство. Ну ладно, ждем, пока он ответит что-то. И уже отправим. Так, ждем. Что-то он долго печатает. На самом деле, играло не очень высоко. Так, что случилось? И отправляем, что просто было с ним стыдно играть. И сразу будем добивать, наверное. Мол, напишу, что как увидел, что с тобой попался. Мол, поплохело. Меня что-то еще подлагивает. А что добавил, так чтобы написать? Ну, по-моему, логично. Даже если бы я это реально делал. Так, ну и давайте предложим ему вообще удалить игру. Потому что, ну, мол, позор, позорит ВС. Наверное, там потом тоже напишу так. На самом деле, тема реально довольно-таки стыдная. Ну, по многим причинам. Во-первых, само по себе писать это, ну, так себе, да? Ну и самое важное, что это не я в соло позорюсь, там, пишу какую-то частушку там в клубе или что-то подобное. А я общаюсь с другим человеком. Не знаю, реакции у него особо никакой нету. Ок, что это за реакция? Ну и продолжаем поэтому давить, наверное, я не знаю. Ну, будем давить на то, что, мол, из-за таких, как он, игру и хейтит, мол. Так-то БС топ-игра. Не, ну БС реально нормас, но желательно бы что-то новое добавили, было бы лучше, конечно. Там какую-то КВшку, возможно. Хотя не знаю, как это можно реализовать на самом деле. Вот как ты попадаются, и удалить игру хочется, напишу. Не знаю, он не отвечает вообще ничего. У него странная реакция, я не хочу еще раз записывать с другим человеком. Ну потому что, блин, реально можно серьезно обидеть человека этим. Поэтому, скорее всего, то, что здесь выйдет, я ее покажу. Просто реально желания записывать нет. Время у меня есть вполне. Я записал чуть не с первой попытки. Но вот зато желания у меня особо нету. Ну просто можно реально кого-то очень серьезно обидеть этим. А у него очень странная реакция. Он ничего не пишет, делай, что хочешь. Да, я ему предлагаю удалить игру, да. Удали игру, пожалуйста. Не знаю, не напишет он ничего, я чувствую. У него странная позиция.
вроде пофигист, но чаще всего таким людям не пофиг. Да. Ну, в общем, если больше ничего интересного не случится, я вам покажу конец тогда. И уже пойдем к другим людям. Ну, потому что у него реакции просто ноль. От этого интереса просто, ну, ноль. Ну, в общем, рассказываю. Переписывались мы еще минут 7, наверное. Я ему, ну, разные вещи писал, но у него реакции нету. И все. Ну, поэтому я ему объяснил, что это был видос. Извинился. И все. Тогда идем сейчас к другим людям. Может быть, у них будет что-то более интересное. Не знаю, что они придумали. Время, в принципе, у нас было. Так, второй момент. И это от Симпы. Ну, ШД, скорее всего, это будет крысинг. Я думаю, что это да. Он сейчас возьмет и закрысит. Так, ульта. И убил, да, и крутится. Как странно, ультанула Шелли. Так, ну и крутится, конечно же. Я был прав, реально он крысит. И все, крутится, крутится. Что-то странное, да? Полетел, полетел. У него палец-то не устал хоть? Так, о, там Ил какого-то убил, видели? Я не понимаю, типа в этом прикол? Он будет сейчас весь бой крутиться, да? Или нет, я ничего не понимаю, что он делает? Он крутится и кидает дизлайки. Что за фигня? Это странно, но... Да, похоже, он больше не остановится крутиться. Гляньте, вон, замедлился. Видать, уже палец-то устал крутиться. Так, ну и дизлайк, конечно же. О, это с повтора вроде как катка записана. Я не знаю, что это. Он что-то еще сделает в этой катке? Он просто крутится. Он же, наверное, минуту назад убил. И больше ничего не сделал. Он просто крутится. И сейчас, поди, еще умрет, да? Да, конечно, сейчас еще от яда умрет. Че-то какая-то фигня. Он крутится всю катку. Убил одну Шелли и крутится. Сейчас еще умрет от яда. Ну, вообще, это прикольно. Он проявил фантазию. И это похвально. Следующий момент от Влада. Давайте смотрим. Опять ШД. И, скорее всего, будет опять крысинг какой-то. Так у него летает Леон. Мало ХП, он уходит. Его не крысят. А, ладно. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я не знаю этого человека. Он мне не знаком. Я не знаю, кто это абсолютно. Ну, блин, он его не закрысил. Оставил его на лоу ХП, спас. А он потом подходит и его крысит. А, я это все не одобряю. Нет, нет. Я вообще этого человека не знаю. Ну, правда, кто это? Вы не знаете? Я тоже не знаю. Вот и все. Ну и последний наш участник, это Оффлайн. У него запись чуть-чуть похуже будет. Ну, наверное, потому что он кинул не документы мне в ВК, а просто видос. А ВК ест качество сильно прям. Ну ладно, суть в том, что он пошел в силовую лигу. Ну, хоть не ШД, Антон, спасибо. Что дальше? Так, банк, кстати, хороший он сделал. ПМ здесь, да, она жесткая. Но вот только пока непонятно, в чем, собственно, кринж будет здесь. Скорее всего, он поменяет персонажа. Так сейчас многие делают, это типа смешно, но как-то не очень. Но пока у него поржат Джин. Возможно, он его именно и возьмет. Момент будет в чем-то другом там, а не в том, что он возьмет не того перса. Но опять же, это не точно. Так, что-то качество иногда очень сильно проседает. Так, у него тиммейт берет Бо. Очень странный выбор на самом деле. Так, и да, да, Шелли. Нет, так-то Шелли здесь имба. Тут все берут Шелли, она здесь вообще тащит. Ну да, и в катке он тоже на Шелли. Хотя это логично, он же ее выбрал. Но на этом я буду уже заканчивать. Напишите в комментах, какой получился момент хуже всего. Точнее, как бы хуже, но лучше. Странно, да? Ну, короче, у кого получилось кринжнуть лучше всего? Какой момент самый кринжовый? Вот напишите в комментах. Победителю, конечно же, я выдам его приз 2000 нарисованных гемов. Точнее, сначала я их нарисую, а потом я ему их выдам. Поэтому пишите в комментах, чтобы победитель получил свой приз. А у меня на этом все. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.